22.02.2022. Не просто редкая зеркальная дата. Это еще и второй день недели, а по лунному календарю 22-е лунные сутки. Такое количество двоек нумерологи оценивают положительно. Цифра 2 символизирует равновесие, гармонию, любовь и взаимопонимание. Поэтому неудивительно, что на эту дату многие молодожены запланировали свадьбу. В Видновском ЗАГСе в магическую дату, несмотря на будний день, узаконить отношения решили 20 пар. Данную дату многие молодожены подали заявление еще в прошлом году через портал государственных муниципальных услуг. Но мы с вами уже взрослые люди и должны понимать, что счастье, будущее счастье семьи зависит не только от красивой даты, но и, конечно же, от любви, взаимопонимания, взаимоуважения. И все же многие верят в магию чисел и надеются, что она принесет им удачу. Мы давно планировали уже это мероприятие. И год назад примерно я смотрел, чтобы было время подготовиться, и искал красивую дату. Но вот как раз она выпала, и мы здесь. Эдуард и Екатерина Цыганковы знакомы с первого класса, а месяц назад решили пожениться. Для бракосочетания специально выбрали красивую дату. Мы очень хотели, зеркальное, очень красивое, не скоро повторится, поэтому решили именно в этот день. Сегодня расписаться, а потом летом сыграть свадьбу, чтобы у нас вот в паспортах, в этих в документах везде была красивая дата. А отметим потом с размахом летом, когда будет хорошая погода. Ну скажите, вы верите, что эта дата какой-то определенный залог будущего семейного счастья? Обязательно, да. Обязательно. Все будет красиво, как и дата, так и жизнь наша красиво сложится. Зеркальные даты, где повторяются числа дня или месяца, встречаются часто. А вот полное отражение года – большая редкость. И про годовщину свадьбы точно не забудешь.